Всем привет, дорогие друзья, с вами Данис и... Олдгеймер. И мы продолжаем играть в Battlefield 42, секретное оружие Второй мировой. Карта Биллендорн, одна из веселых моих карт, где я жестко нагибал просто фашистских ублюдков. Как они меня когда-то нагибали, так и по-моему, все рационально, так сказать. Ладно, я все равно без оружия, поэтому... Well done, soldier. О, наши еще и контрольную точку захватили. Молодцы. Они, кстати, теряют людей. Ну это я помню. Но потом они отыграются. Причем довольно быстро. А где эта контрольная точка? Не туда ты идешь. В другую сторону. Иди за ними, они тебе покажут дорогу. Как? Заснеженная тоже карта, как и предыдущая. Развернись направо. Да. Не туда, ты чё, вон они, куда они бегут, туда и ты беги. Бейтесь за каждую контрольную точку, чего бы вам этого не стоило. Ты ботом говоришь? Ну, тебе больше. Ты же тащил. Говорится, не надейся на ботов, надейся только на самого себя. Ой-ой-ой. Смотри внимательно, там еще панцири могут быть вражеские. А, блин, мы еще людей теряем. Ты теперь его теряй один день. Ну, немцы хитрые твари. Знаю, что делают. Они такие уж они донные, скажем так. Ну конечно. Правда там битва есть. Нет,
Да, смотри, Туас не очень богат, смотрел одно из видео Хованского, когда он обращался к одному из подписчиков. Ну, на самом деле, да, что-то как-то тебя преследует неудачи, хотя меня они в этих картах вообще не преследуют. С чем это может быть связано? Тебе вроде бы играть тут не вижу. Че, поспать захотел твой персонаж? Прям божественно. Шура что-то поймет. Шанс на победу малы, но они есть. Да, блин, ну уж в этой карте проиграть на этот грех. Не такая уж прям супер тяжелая карта. Бывали тяжелее, вспомни тот же. Понятно, что либо будет полная победа, либо легкая, либо хрен его знает. Вот ты тупой. Какая-то победа будет. Не поражение. Ну блин, это жопа, конечно. Ну что тут ГГ изи, короче, опять. Не знаю, сейчас залезет ли видео случайно сюда, потому что я сейчас, может, успею его выключить. Все. Не понял. Вы еще скажите, что Германия ту контрольную точку захватила. Будет менеджер дефейн. Тут по-русски так. Не забывай об этом. Ну-ка. Главное. Полное. Короче. Ну что поделать? Такова судьба. Ничего уж с этим нельзя было поделать. Ну что ж, всем удачи, всем пока.